Сорт острого перца Brazilian Starfish. Переводится как бразильская морская звезда. Такой вот красивый перчик. Такой он плоский. Чем-то напоминает шестеренку. Этот перчик родом из Перу. Какой красавец. Острота такого перчика от 15 до 30 тысяч скобелей. Можно сказать, среднеострый. Срок созревания у него от 90 до 100 дней. Этот перчик можно встретить на наших грядках. Многие выращивают его. Так что он уже адаптирован к нашим условиям. Также можно встретить его на рынках. Бабушки продают такой перчик. Так что можете выращивать с легкостью на приусадебном участке. Как говорю, выращивают уже не первый год. Приятный вкус у него. Пряно-цитрусовый. Такой вот красивый перчик. Высота такого перчика может достигать от метра до 1,20 м. Он довольно раскидистый куст. Такими как в виде лиан длинных. И на них висят вот такие вот перчики. Сорт довольно высокоурожайный. Очень большое количество перчиков. Неприхотливый в выращивании. Также легко выращивается, как обычный козий рог. Никакого умения там и знания агротехники не надо. Насадили, и он растет у вас. Кустик приличных размеров, так что можно выращивать его в открытом грунте, не обязательно в теплицах. Самый неприхотливый сорт. Так что можете выращивать такой у себя на приусадебных участках. Что касается выращивания в горшках в квартире, честно говоря, я даже не знаю. Я не пробовал его выращивать, так что ничего не могу сказать. Может, кто-то выращивал его комнатных условиях, напишите в комментариях. Всем зрителям будет интересно узнать ваше мнение. Так что выращивайте такой перчик у себя дома. Всем пока и удачи!